Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите Dionix Channel, мы продолжаем проходить легенду о герое. Поехали! Так, на следующий... так, что по деньгам? Денег мало, ладно, пойдемте на следующий уровень. Следующий уровень — это снежный уровень. Ну и да. Что-то чат, подъем. Давайте, все, пишите все. Так тихо, как на кладбище. Да, здесь у нас будет ветер, здесь у нас будет вот эта штука. Здесь у нас будет достаточно много льда на поздних уровнях. В принципе, один из самых геморных уровней, в которые я играл. Потому что собак вот этих вот просто хрен подловишь. Так, короче, у нас тут, походу, несоответствие музыки в меню и музыки, вернее, громкости там и там. Потому что в меню все вроде как тихо очень. А в игре как-то достаточно громко. Но если музыка тихо играет, напишите, я поменяю. Так. И волки эти будут находиться на таких... таких выступах неудобных. Что я вам просто даже говорить не хочу. Во, посмотрите на это. Ау. Ау. Нет, это просто кошмар. Эти хреновые пингвинчики — это просто жесть. Они, в принципе, не опаснее обычного моба, но, ну, то есть любого другого моба. Да, вот это у нас пока что нет. Собственно, здесь нам дадут лебедку. Ну да, и здесь нам дают, в принципе, дофига... дофига здоровья, но... На самом деле это не делает погоды какой-то. Так, ладно, там нет ни черта. Зря я прыгал в эту стену. А, вот, вот, лед пошел. А после этой игры сегодня у нас будет Enter the Gungeon в каком-то виде. Не знаю пока в каком, не знаю пока сколько его будет. Может быть, мы поиграем час, может быть два, может быть три. Может быть, меня через полчаса задолбает. Ага. Секреточка, хорошо. Да, кстати, и лед здесь просто омерзительно сделан. Ну, то есть хорошо, но то есть не настолько, чтобы прям совсем был, но... Ну, жесть. Ну, то есть это один из самых неприятных ледяных уровней, которые я вообще в своей жизни видел. Много вы видели в жизни ледяных уровней? Где вы скользите, как скотина, блин. Блин, ну они не станлочатся, вот в чем проблема. Ну, в чем проблема этих волков? Они не станлочатся ни разу. То есть он как бы... Это не кабан местный. Которого ударил, он тебе ничего сделать не может. Да, кстати, вот тут шипы. Можно назвать это проблемой. Внутриигровой, так сказать. Оп. Да, там даже не внутриигровой проблемы, а дизайнерской проблемой, потому что ни хрена не видно. Да, кстати, вот тут тоже шипы наверху, если вы присмотритесь.
Так что да, водные уровни, лавовые уровни, ледяные уровни, уровень в лесу. Все мы это уже где-то видели. Я бы даже сказал, везде. Блин, у меня иногда ощущение, что, короче, вот покупать удары у самурая, это вообще последнее, что стоит делать в этой жизни. Вот в этой игре, чертовой. Потому что, по-моему, иногда полезнее бить обычным ударом, а не комбой вот такой. Просто потому, что моб как бы имеет какую-то неуязвимость. Ну и вас заодно имеет попутно. Ау. То есть вы не можете его заспамить. Стрим восстал. Стрим и так живет уже минут 12, так примерно. Меня одного беспокоит пингвины-самоубийцы. Это нормально. Суицидальные пингвишки, это нормально. Да, еще в минус этой игры я записал бы то, что она короткая. Очень было бы прикольно поиграть в какой-нибудь Hard NG+. Другой левел, что во что-нибудь, DLC. Кстати, обещают добавить еще боссов, еще контента после, когда-то. Сейчас хотят типа баги пофиксить, потом добавят контента. Обещают добавить мид-боссов на уровнях, обещают добавить что-то еще. Ну, короче, они там на своем бразильском этом кикстартере что-то собирали. И что-то насобирали на боссов, но не сделали, потому что делали вот это вот, ну, добавляли цели во время сбора. Вот, так что у них как бы, по словам автора, у них не было времени, чтобы все это к релизу сделать, поэтому они, ну, то есть нормально сделать. Поэтому они решили как-то, вот как-то так. И все-таки Castro Brothers это не разработчик, насколько я понимаю, это композиторы. У них даже канал на Ютубе есть с 1,5 миллионами подписчиков, но, конечно, никто о них не знает, потому что это чертовы бразильские люди. Ну, в смысле, чертовы не в смысле плохие. Да, и вот эти пещеры будут выводить меня сейчас долго. На этом льду просто, ну невозможно. Ну невозможно маневрировать. Потому что как бы вас... Вас колбасит даже... Блин, я забыл, что я не покупал этот. Вас колбасить продолжает даже когда вы надо льдом. То есть абсолютно не важно, что вы со льда как бы сошли. Ау. Зачем так делать? Не видно же. Ни черта. То есть, по факту, здесь игра устроена таким образом, что заносит вас даже... даже когда вы не касаетесь льда, по факту. Так, надо постоять здесь, конечно, можно пойти дальше. Да, если вы поедете на этом ящике и вот тут. Блин, вот здесь вот, где пингвин едет, да, вот под этой штукой встанете, то вы умрете нафиг. Потому что ваш персонаж окажется головой в текстурах. Не спрашивайте. Личный опыт. Кстати, если посмотреть на фон, там можно увидеть всяких змеюшек, ящики и прочее. Вау, что музыка-то поменялась? И снова поменялось. Окей. Я тут минут 5, наверное, разбирался, как эта хрень работает. Потому что, как видите, игра опять не объяснила, что надо делать.
Но, слава, блин, богу, а то он у меня тут один раз 2 минуты ходил туда-сюда. Что так? Почему музыка меняется-то, господи? Ну, в смысле, ё-моё, у меня как будто хэви-метал какой-то включ... Это в игре, ребят, это серьезно, это музыка в игре, почему она меняется? 30 жизней, кстати. В смысле, чё происходит-то, блин? Как будто у меня хэви-метал где-то, знаете, в плеере внезапно заиграл, там, или будильник включился. Да, потому что он сразу атакует. Давай, скотина, умри. Оу, ё. Не, музыка прикольная, но... Чё ж так внезапно-то? На, получи огня, скотина. А, не. А, да, здесь. Управляемое падение в бане. Не, ну одно дело, когда это не мешает жить в игре, а другое дело, когда это мешает. Понимаешь? Да, в бане тоже управляемое падение. Это странная вещь, но вообще и в жизни есть управляемое падение. Знаешь, так, на секунду. Парашютисты, они не камнем вниз летят вообще-то. Они могут корректировать свою траекторию. Че, управляемое падение, это по факту полет. Блин, я забыл, что они всегда атакуют. Вот первое, что они делают, это атакуют. Короче, там у нас секретка находится. Какая-то. Не помню, какая. Вообще, если бы я не проходил на стрим сейчас, был бы резон. Вообще, абсолютно... Абсолютно точно была бы причина. И... Как? Была бы возможность безнаказанно пойти и пособирать жизки, пособирать поврапы. Не знаю, делать это на стриме как-то. Попробуем так. Да, игра, в принципе, легкая. Так что. Волков я не должен убивать. Ну, поговорим, когда волки перестанут мне хлебало откусывать. Блин, мне бы ХП пополнить. А то я... А то вот те две банки пополнения ХП, это как-то не круто. ХП бы пополнить. О, мана, смотрите. Это как который уже мана-ап, который я нахожу. Ну, хватит на 4 неуязвимости, например. Блин, здесь кошмарно просто. Вот это место, оно просто кошмарное. Я очень боялся, что здесь будет что-то у босса с... уничтожением блоков льда, что-то с... Ну все, я отъехал, короче. Ну потому что волк, скотина, мразь, ублюдок, подонок и мама его шакал. С уничтожением блоков, я думал, будет что-то, но нет, меня всего лишь на лебедке там заставили. Заставили, буквально. Но музыка поменялась снова. Вот это, мне эта механика не очень нравится. Учитывая местную зарядку, вот атаки, которая проходит, блин, 2 века. Как бы окей. Вообще непонятно, не очень понятно, зачем здесь эта вся мана нужна. Так, да, давай. По большому счету непонятно, на кой черт здесь столько контента навешивается на персонажа. Все равно по большей части ты не пользуешься. Ну то есть в прямом смысле не пользуешься. Не в смысле я могу пройти эту штуку, не используя зелье.
А в смысле, мне нахрен зелья не нужны, когда я буду проходить эту штуку. Ну, то есть... Да, наверное, можно пользоваться зельями. Я, наверное, сделаю это на боссе. Я, наверное, пойду даже до последнего босса с зельями, просто чтобы... Ну, если что... Хотя я даже не знаю, как ими пользоваться, между прочим. Я не знаю, на какую кнопку у нас использование зелий. Да, я молодец вообще. Я офигительно прохожу эту игру. Не знаю, на какую кнопку лечиться. Вот, но суть-то вот в этом-то, в принципе, и суть. Что ты, как правило, не берешь, потому что нафиг не надо. Потому что зачем платить за зелье, когда можно поднять бутылек? Ой, бутылек, господи, сердечко. Че я несу? Ну, то есть, сердечек тут падает дофига. Какого-то харда, на котором нужно лечиться только зельями, здесь тоже нет. Ну, то есть, где не было бы выпадения сердечек, или оно было бы более редким. Относительно нормала. И как бы вот... Собственно, еще раз, я не понимаю, на кой черт здесь все это накручено на персонажа. То есть, и вроде бы игре это не вредит, но вроде как и... Не добавляет ровным счетом ничегошеньки. Ну, только видимость того, что тут дофига контента, например. Ну да, теперь мы можем еще и так делать. Ну правда, вы видели, сколько я сожрал зелий за всю игру? Ни одного. Я таскаю с собой 2, но у меня 30 жизней. Ну, ладно, когда я играл вслепую, у меня было не 30 жизней, у меня было порядка там 10-12 жизней, но я ни одной не купил. То есть суть в том, что я даже их не покупая, даже вслепую я шел с достаточным количеством хп, чтобы... За достаточным количеством жизней, в смысле. Чтобы не париться по этому поводу абсолютно. Да. Все-таки сказать, что у меня к этой игре нет претензий, значит соврать. Но... Да, здесь мы не достреливаем. Да, умри, мразь. Да, но мои претензии — это скорее вопросы, которые нуждаются в ответах, скажем так. 30 жизней, Карл, 30. Да, думаете, я такой рукожоп сейчас просто не попал по этому месту? Да нифига, меня заносило в полете. Так. Ага. Так, на что мне... А, хилиться нас на кнопочку Б. Прекрасно. Причем это такой себе инстант хил. Я просто абсолютно не хочу проходить этот... этот уровень 5 раз.
Просто из-за, ну давайте пройдем это без банок. Ну и просто знать, блин, на что тут хилиться хоть через 20 часов игры-то. То есть серьезно, я проходил вот этот уровень, я проходил местного босса, я не использовал ни одной банки. Ну то есть с банками это вообще становится изи-пизи. Ну тут просто дальше некуда. Майны. Майны может будет, может нет. Почти 400 монет подобрал. Два бонуса. У тебя в каждой игре какие-нибудь претензии да есть. Ну да, потому что игры ни хрена не идеальные. Ты как думал? Если бы игры были идеальны, блин, я бы не возмущался. Логично, правда? Потому что никто бы не возмущался. Все просто бы боготворили игру и типа... Вот качаем, тебе 100% понравится, она всем бы нравилась. Но таких игр не бывает. В каждой игре есть какие-то проблемы. Я думаю, через 20 часов я могу как-то высказаться об этой проблеме, не? Ну, не 20, там, может, у меня часов 16 сейчас, но... Суть дела это не меняет. Да, с этой штукой проще так. И вот здесь начинается уже какой-то лютый геморрой, как по мне. Начинаешь уже передвигаться просто ползком по левелу. То есть, блин, вот, кстати, зарядку атаки я бы сделал, возможно, чаще. Ну, то есть, чтобы... Потому что если просто зажать кнопку, да, он иногда не реагирует после броска. Так, давай, ветер, меняйся. Такой у нас тут Ninja Gaiden. Оп, долетели. Вот что делать тут, у меня до сих пор вопрос. Потому что я не понимаю. И никто мне, конечно, не подскажет. Потому что никто нахрен, кроме меня, в эту игру не играет. Я просто пропал. Фаербол, тянись. А цепляться-то за что? Простите. Это псина поганая. Лав герой. То, что фаербол, это понятно. За что притянуться-то, блин? Там ни хрена нет. Пол надо было кинуть. Да, потому что растаявший лед, очевидно, телепортирует меня. Или что? Как, блин, растаявший лед перетянет меня на другую сторону? Не скажите.
Ладно, с этим ветром надо просто... Им надо просто пережить. Ну, что псина неприятно, жопа и на шипы, да? А вот почувствуй себя в моей шкуре. Так, ну... Знаете что? Мне это нифига не помогает. Ну и чё? Протянуться куда? Или мне надо обойти это с какой-то другой стороны? А, ну конечно. Может как-то так. Блин, у меня мана кончается. Да, блин. А вот теперь я туда не доберусь. Ждем. Там не было вроде прохода нигде. Ну, вроде бы. Ах, вот оно что. О, господи. Ой, блин, мана стоила того. Да, ребят, мой бадхёрт стоил того, это мана. Да ну ё просто. Да ну блин, только не говорите, что я сюда теперь выбраться не смогу. О! На самом деле, весьма надуманная загадка такая. Весьма надуманный способ достать штуку. Потому что, по идее, ты мог бы пройти сквозь лед, но ты не можешь пройти сквозь лед по этой игре, поэтому тебе придется вот корячиться. Нет. Вот эти враги, кстати, вообще мне непонятны, если честно. Они стоят, как правило, везде. Ну, всегда стоят в таких местах, откуда они вас не достанут, если вы не приблизитесь слишком. Слишком близко. Да ёпарасота. Да ёпарасота, господи, цепляйся ты. Отродье геймдева. О, господи. Ужас. Я терпеть не могу ветреные уровни. Да, по-моему, никто их не любит. Даже их мама их не любит. Так, ну здесь у нас будет кое-что ожидаемое для гор. Нет, не ком, который будет гнаться за нами. Не, они не повторяются. Будет просто вот там. Вот эта вот штука. Ну, штука, показывайся. Вот эта штука. Лавина! Блин, и вот камера в эти моменты, кстати, меня тоже бесит. Потому что я бы мог бежать быстрее. Но я не могу бежать быстрее, потому что... Кто мне ответит, дети? Правильно, потому что камера не позволяет. Правильно, потому что у меня вот... Ну, что мне просто не дают увидеть, что там находится. Не волк, или ты, или я. И я сегодня умирать не собираюсь.
Скайблока сегодня не будет. Скайблок будет, возможно, я не знаю, завтра. Сегодня, если и будет Майнкрафт, ребят, то будет ванила. Вообще сегодня у нас Enter the Gungeon в планах. А, и вот этот чувак. И его мамаша, да. Он в целом безобиден. Но одной атакой можем достать. Вот этой. Это, кстати, буквально единственное место, если не считать одну секретку, где я нашел применение для... для пригибания. Натурально, единственное место, где я нашел применение для того, чтобы прыгнуться. Вот этого действия. Что вообще странно. Следующая форма. Он, в принципе, не делает ничего нового. Я просто не хочу его проходить еще. Я просто не хочу его проходить еще раз. Поэтому я воспользуюсь банками в этот раз. Это знаете, как прохождение NG+, в Shovel Knight, которого, кстати, надо будет тоже допройти. Когда у вас уже есть эти, да, даже не NG+, там, когда вы чаши подняли, берете обе на ХП, и, в принципе, уже настолько изи проходится все. Оп, GG.